По всем нормам потребления минимальный набор продуктов питания – это 32 наименования продовольственных товаров. Среди них – овощи, мясо, фрукты, яйцо, колбаса и крупы. Однако даже этот комплект в последнее время в полном объеме на столе покупателей появляется все реже. Хлеб, молоко, кефир, творог – вот основное. Ну, иногда пряники. Больше ничего не покупаю. Денег больше нет. В расчете на одного человека за минимальный набор продуктов питания в Мордовии сегодня необходимо выложить 1952 рубля. Это на 35 рублей дешевле, чем в целом в ПФО, и на 128 дороже, чем в Ульяновской области. При исчислении стоимости минимального набора продуктов питания используются единые для всех субъектов Российской Федерации нормы потребления. За май стоимость минимального комплекта продовольствия в нашем регионе увеличилась почти на 1%. По данным статистики, за май в целом в республике овощи значительно подорожали. Цены на них взлетели почти на 18%. Зато сливочное масло и подсолнечное масло подешевело. Также подешевели яйца и крупы. Например, пакет пшена 800 грамм можно купить всего лишь за 16 рублей. И все-таки многим приходится выбирать, чем сегодня накормить себя и свою семью. Предпочтение отдают недорогим социально значимым продуктам. На них во многих магазинах сейчас фиксированные цены. Юлия Лямкина, Андрей Никонов, Вести Мордовия.